Это безумный праздник? Да. Да? Ну тогда ему надо подарить самые безумные аплодисменты, правда? Ну тогда давайте на счет три громко воскликнем: ура, выпускной! Готовы? Раз, два, три! Ура! Смотрел на время и был одет в камзол. Разве кролики в обычной жизни носят камзол? Нет, а этот носил. Если вы из страны чудес, то это определенно некое чудо, про которое вы должны знать. Я-то знаю, какое тебе дело до моего кролика. Ну, я хочу с ним познакомиться. А если он не хочет? Да он хочет. Ну? Можно нелегко проверить, отправившись в страну чудес. Ну что, если вы хотите отправиться прямо в страну чудес, я прошу встать всех прямо за мной, быстро-быстро, иначе полетят головы с плеч. И сейчас тишина, и слушаем внимательно. Чтобы попасть в страну чудес, вам предстоит преодолеть этот туннель. Но будьте очень осторожны, потому что на пути в страну чудес может случиться абсолютно все, что угодно. И самое главное, если вы действительно хотите найти кролика, смотрите внимательно по сторонам, вдруг вы его сможете заметить. И еще, вы будете передвигаться по туннелю строго по одному. Все понятно? Готово? Тогда вперед! Играть мы с вами будем в крекер!
твоя безумная чашка поймала кого-то, и как зовут тебя? Алиса. Алиса, точно так же, как и ты. Мне кажется, это просто судьба. А может быть, теперь она попробует говорить. Алиса поймала Алису. Ну, держи. Ты поняла, что нужно делать? Отлично, тогда мы разворачиваемся в другую сторону. Стоп. А что это за странный господин? Простите, извините. Могу я к вам обратиться? Молодой человек. Вы мне, юная леди? Простите, я очень занят, я спешу. Мы тоже спешим на безумное чаепитие. Секундочку, на мое безумное чаепитие. Мы не знаем ваше, но... Да, шляпник, но твое! И, кстати, ты мне как раз нужен, как там поживает мой заказ! Ваше Величество, не сразу же вас заметил! Да! Какая вы сегодня особенная, особенно громкая! Ваш заказ будет готов к завтрашнему утру! Просто очень сложная ювелирная работа! Стразы, алмазы, перья! Вы уже все, как вы любите! Всегда идеально! А вы вообще кто? А, совсем забыл для вас представиться. Шляпник, шляпник, дел мастер. Сейчас все вместе отправляемся на самое безумное чаепитие. А вы не хотите узнать, кто? Подождите, это вам. Да, можете пока попить чай. А у меня есть пара вопросов. Так, девушка, из таких стран чудес я еще не встречал. Ух ты, здравствуй, мисс Горошенко, давно тебя не видел в стране чудес. Мистер Бабочка, рад вас приветствовать в стране чудес. Попросите уважать вашу ручку. Ух ты, мисс Блестяшка. Так, ну ладно, все. Я всех посмотрел. В принципе, никого опасного в стране чудес не наблюдаю. Поэтому прямо сейчас можно знакомиться. Шляпник, шляпник, делмастер. Алиса, а это мои друзья. И у них сегодня выпускной из садика «Солнечный город». Это как страна чудес, там «Солнечный город». Ого! Итак, тогда, друзья мои, поздравляю вас с этим невероятным праздником. И раз вы уже в стране чудес, то тогда без сомнений нужно отправляться на безумное чаепитие. А с чем этот чай? С бергамотом. Пейте, а ты сейчас остынет. А вы нас проводите, а то мы не можем найти дорогу. И раз вы уже готовы, то все, друзья, строимся в один огромный круг. Настало время рассказать вам, как же вы сможете получить крутые головные уборы. Сейчас будет играть безумная музыка. А в стране чудес без безумия просто никуда. Безумие живет в сердце каждого из вас. Мы будем передавать головные уборы по кругу. И как только музыка остановится, тот, у кого в ручках оказался настоящий модный, супермодный головной убор, станет его владельцем. Ну что, вы готовы? Тогда мы будем делать пошире. Конечно, пошире, гораздо шире. Вот такой подойдет. Идеально. Тогда прямо сейчас начнем с самых ярких шляпок. Итак, где же счастливые обладатели? Юная леди, я так и знал, что вам нужно подобрать к фисташковому ярко-зеленый. Эта панамка идеальна для тебя. Ой, ну а здесь просто идеально по цвету, просто огненное сочетание. И самое важное, не переживайте, юная леди, я вижу, что ты уже немножко взгрустнула, но ты же не девочка-грустинка, поэтому для тебя тоже шляпки хватит, передаем по кругу. Это точно. Ну попробовать стоит, вдруг получится прямо как сейчас. Идеальные фокусы, мне кажется. Давайте еще одно заклинание, да? Раз, два, три. Лера, появись. Да? Подойдет? Мне кажется, да. Давайте все вместе попробуем. Раз, два, три. Лера, появись. Так, давайте начнем уже произносить заклинание. Раз, два, три. Ну что, Лера, здравствуй, и мы очень рады, что ты вернулась. Потому что фокусы были ужасные.
Мария! Подождите! Великолепный фокус, Ваше Величество! Но пока вы веселитесь, ваши верноподданные карты наводят смуту в королевстве и никого не пускают на порог замка. Мяу! Что? Это бунт в моем замке, шляпник, не время для обнимашек! Дело в том, что что-то произошло! Поэтому, друзья, скорее строимся за Чеширом в одну ровную колонну. Только самое важное, не обижайте его, потому что Чеша сможет от легкости обидеться. И отправляемся прямо сейчас! Невероятной красной королеве должен завтра пройти через эту шахматную дощечку. О, да, он имеет такое свойство. Поэтому скорее строим по одному следом Чеширю. Опоздали на чаепитие, почему бы чаепитие не прийти к вам? Ух ты, отличная идея! Но, друзья, нет ничего безумнее в стране чудес, как самые настоящие зажигательные танцы! Поэтому все, друзья, прямо сейчас, скорее повторяем прямо за Чеширским котиком! И безумное веселье начинается прямо сейчас!